Так, доброе морозное утро. Мы приехали с Никитой. Так, у нас 8 с лишним часов утра. Только-только расцвело. У нас до сих пор у нас туман лежит такой. Мы с Никитушкой приехали в наш такой типа лечь-городок. Но здесь больные не лежат. Здесь только всякие медкомиссии, анализы. В общем, осмотры, как... каких там доктора всякие принимают пациентов. Сейчас посмотрим, мы правильно пришли. Нам надо спортивная медицина. А где АКА? Медицина легали. Легали. А где спортива, блин? Ла медицина спортива. Ну, questo non è la медицина. Это не спортивная медицина. А где же спортивная медицина? Детро? А, сейчас обойдем здание. Елочки тут на окнах. Сейчас Никита присягнет свой Феррари. Я сегодня одела шубейку, потому что мы рано утром приехали, у нас прохладненько. Ну, конечно, мы сейчас ехали на своих велосипедах, прямо немножко жарко стало. Елочка тут. Мы на 15 минут раньше пришли, еще закрыто. Но мы подождем немножко. Классные шарики в коробочке с этим цветком рождественник. Но, правда, рождественник без цветочков еще не расцвел. О, кто-то анализ мочи принес. Интересно, Никите тоже скажут анализы какие-то делать. Посмотрим. Так, все-таки дали нам баночку, чтобы Никита пописал баночку. Надо анализ мочи сдать. Сейчас он там зашел туда, сдает анализ. Вот так бесплатно и без пыли проверили сердце и проверили дыхалку Никите, как он дышит. Сейчас еще что-то и все. Карта. Ну, снег, не снег? Нет. А, это или дождик моросит, или такой мокрый мелкий снежок идет сейчас. Мы только что вышли, все, мы здесь. Это снег. Это был снег? Да нет. А что-то... Да, там тоже смотрю везде. Да, точно у нас немножко снежок вон. Я чувствую, что-то падает. Один мы на Феррарик приехали на велосипеде. Вот такой вот снег, ничего себе. Да ладно. Везде. А может быть... А нет, это не снег, Никита. Это они посыпали, чтобы не скользило, чтобы не было шибало. А, от гололеда они просто посыпали везде. Мы когда только приехали, не было. Не обсыпали. Сейчас обсыпали. Так, все, мы уже прошли всю комиссию. Никите, кроме сердца и дыхания, они еще сделали кардио. И он на велосипеде ехал, тоже кардио был. Он все бегут. Сейчас я возьму салфетку, вытру, все мокрое. Так, мы только что домой приехали. Все, привет, мои хорошие. Огромный половин итальянский чао. О, намерзлись опять, как суслики. Ничего себе. У нас действительно то не снег был. У нас еще капало, моросило. Но хорошо, что мы в это время проходили медкомиссию. У нас не было на улице. Вот, ну, прекратил, слава тебе, Господи. А то я, блин, без куртки с капюшоном. Я была в этом шубке. Я не хотела, чтобы моя шуба намокла. Ой, пипец, хорошо, что мы еще не поехали в город, не погуляли, ничего. В такую погоду никаких гулянок, елки-палки. Я что вчера намерзла, что сегодня конкретно. Мы только заехали в супермаркет с Никитой. Купили, купили хлеба. Вот. И купили хлеб. Так, купили. Я купила зуккини. Где-то штучек 5-6, вот такие вот тоненькие, худенькие зуккини. Соскучилась, хочу сделать что-то с ними. Купила я снова две хурмы. Вкусно. Кстати, я уже послезавтра буду посылать маме посылку. И я маме тоже пошлю киви и пошлю хурму, чтобы она полакомилась. Вот, тут в этом мешке еще невидимый плейнкейк с шоколадными каплями. Вот, как обычно, я наберу для полдников. Так, в этой сумке мои перчатки. Так, в этой сумке Никита себе взял такую водичку спортивную, какая-то водичка.
голубого цвета, кошмар какой. Захотел чего-то захотел. А я себе взяла вот такой вот сок гранатовый. Гранатовый и с красным виноградом, в общем, какой-то там. Ну, попробуй. Так, Никите снова чаи такие в пакетиках. Один, блин, вылез откуда-то с дырки. Блин, надо засунуть чай такой. И опять чай без чая, с дыркой. Блин, как они вечно вылазят, вот эти вот чаи. Так, купила, ну, такое масло, хорошее масло, вкусное. Вот, именно с того района, где живет моя сестра в Италии. Как раз была скидка, тут 400 грамм. Я взяла с хорошей скидкой, взяла. Потому что масло мы потребляем, я постоянно что-то пишу. И все. И последнее мы взяли снова две пиццы. Вот на обед мы сегодня сделаем с Никитой, полопаем пиццу. Никита будет с прошутокотой бюрстер и сосиской, как обычно. А я себе с тунцом сделаю пиццу. Вот так вот. Так, на 15 евро где-то все это купили. Сейчас все это рассортирую, переоденемся. Так, Никите на пицце, как я говорила, всегда он хочет с сосиской и с колбаской вареной. Вот я ему уже сделала в микроволновке 5 минут и готова. А моя пицца готовится. Когда моя пицца будет готова, я потом уже на готовую сверху наложу тунец. И приятного нам аппетита. Молодец, Никита. Принес тарелки. Вот так вот. А вот и моя с тунцом уже готова. Пока она не остыла, пошла лопать. Она была просто чисто маргарита, а это я сама тунец сверху наложила. Вкуснятинка.